И всем привет, дорогие друзья, с вами Трубоёжик и Настенька, зомби-апокалипсис, выживание, мы тут спрятались на острове, привет, Настя, кстати. Привет. Привет. И добыли железо, и сейчас мы будем из него крафтить всякую там вкусняшку. Вот немножко рыбы у нас. А почему рыба-клоун не жарится? Она отравляет. Сама А, ты нет. отправляешь. Вот, иди сюда. А ее можно прямо такой есть. И у тебя жрать хочется? Не-а. Так, мне 4 приготовленные рыбы, 2 рыбы фугу. Хочешь фугу? Нет. На. Не хочу, я не буду есть. Траванемся. Она не естся, пока у тебя полная. Ты... Скрафти сундук. Зачем? Для вещей. А тебе что, лень вот это дерево срубить и самой сделать сундучок? Давай. Вот тебе сундук. Так, а какие мы вещи туда кинем? А, удочку точно. Давай немножко дерево тоже добудем. В принципе, нам уже можно идти. Приоры Куда? надо скрафтить только. А, ясно. Смотри, на, держи половину еды. Подожди. Возьми рыбку, они сейчас респавнятся. А, мне у не... меня же железо все. Дождик. А ты не пожарил ее? Кого? Рыбу кого? Она не жарится. А, она приготовлена. Офигевшая. Только незаметно было. Ты не пожарил ее. Ты не пожарил ее. Давай спрячемся под дерево от дождика. Слушай, у нас может не хватить железа для крафта. Для брони? Ну, для брони хватит, но у нас только один меч железный. Для брони как раз хватило. Можно лопату сделать железной? Нет. На, держи, броньку тебе сделал. Будешь у нас красавицы ходить. Блин, ну забирай, что ты мне кидаешь-то обратно? Я не кидаю. Ну, конечно, ты бы еще кинула. Жадина. Все себе забрала бы. Вот а опять мне кинула. Нагрудник. А, вот он. Нагрудник мне. Нагрудник мне. Лишь бы нагрудники. Да. Это вообще-то не нагрудник, это лифчик называется. Это нагрудник. Это всякие эти называют. Нубы называют нагрудником. Конечно. На самом деле, это лифчик. Нет. По-майнкрафтовски это у нас железный нагрудник. По-майнкрафтовски это у нас железный нагрудник. По-майнкрафтовски это у нас железная Настя. Я знаю, ты железный ёжик. Не бывает железных ёжик. В Майнкрафте бывает. Нет. Да. Если есть железная Настя, значит есть железный... Дорогие друзья, бывают ли железные ёжики? Конечно, бывают, ты же в железной броне. В железной броне, конечно. Так, ладно, все уже у нас ресы есть, в принципе. Единственное, у меня кирка почти сломанная. У меня можно... тоже, кстати. А сделаем её железную? Нету. Железо у нас одна штучка осталась, я же что говорю. Пошли в шахту. Нет, пошли приоры крафтить. На, держи приор. Ну и пойдем убивать зомби теперь. Нам нужно гивею добыть. Гивею? Да. Да. Пошли и в атаку. Ты идешь? Угу. В своем корыте. А че он не садится? А, все. Потому что ты нуб. Нет, я не нуб. На острове будет много зомби, я думаю. Давай поплывем вокруг острова, пока не найдем равнин. Равнину? Ну да, потому что убегать в лесу сложнее. Ну или болото. Там зомби-слизь должна быть. Угу. Вон, я что-то вижу впереди. О, зомбики уже нас ждут. Смотрите, выстроились там в толпе. А где Настя? Давай быстрее. Я плыву. Плывет, у нее приора сломалась. Вообще-то нет. Медленно. Я тебя, я тебя тоже вижу, но ты так медленно плывешь. Да я просто... О, я сейчас разобью. Ладно уж, разбиваю. Только пошли. Ты можешь разбить. А я не разобью свои приложения. Смотри, тут огромное количество грибов. Ты понимаешь, о чем я? Понимаю. О чем? Ты же говорил, у тебя миска есть? Да, я думаю, она нам пригодится. А красных грибов?
курица. Зомби! Какая нафиг курица? Меня зомби отравил. Меня тоже. Я его убила. А тут замшелый... Иди сюда, чувак. Тут, по-моему, спавнер. Да не, везде замшелый лыжник. Да? Да. Да. Это такой биом какой-то странный. Да. Я его буду заметить. Да. Это, по-моему, еще... я знаю почему. Почему? Тело такое, паучки. Не знаю, какой-то. Ты, главное, меня не бей. Нет, не бью. Они, по-моему, респавнятся, как только мы их убиваем. Вон, смотри, замшелый. Да я видел. Это, по-моему, из мода на динозавров. А у нас нет мода на динозавров. Ну, он раньше был. Я, по-моему, воссоздал тот мир. Где гивеи? Где это? Собачки зато есть. Собачки? А, да, вон, я вижу. Ну, у нас костей нет. Да. Точнее, есть кости, но... А тут есть эти скелеты? Не знаю, я пока не видел ни одного. Откуда кости? Ну, есть паучки, есть, должны быть скелеты. О, собачки. Их так много. Приручить бы их всех. Они бы загрызли всех зомбаков. Надо этих големов создать, слышь? Да. Они будут нас защищать от зомбиков. Сделаем PvP-зомби и голема. В общем, я, значит, придумал новую систему. Не нужно сражаться с мобами, надо убегать. Убегать? А приколись рыбаклоу не восстанавливать ничего вообще. Может, она что-то... Она, дает. По-моему, не знаю, ничего, эффектов тоже не дает. Пустышка. Ох, такая огромная толпа зомби прям бежит ко мне. Ко мне тоже. Я еще убью. Они так быстро бегают, это просто ужас. Да, это биом на динозавров, короче, смотри. Поэтому здесь нету Industrial Root и всего такого. По-моему. Или нет. Или это просто из-за зомби-мода. Может, зомби-мод. Может, да. Ну ничего, сейчас отбежим до другого. Я красные грибы нашла. До другого биомчика. Если он тут есть еще. Ну, должен быть. Красный — это хорошо, потому что коричневых у меня полно-полно. Вон еще красные, там зомби. Овечки. Интересно, с овечек 6 падает? Ой, 6, говорю, мясо. Есть. Нет. О, я нашел гивею, все нормально. Просто они тут редко, да, спавнятся? Да, вот она. Гивея есть. Ну, не могу. Блин, зомби. Единственное хорошо, что они недолго отравляют. Хоть и сильно. Блин, я не смогу дождаться, пока гивею. Меня зомби сейчас замочат. Господи, спасите меня. Настенька. Ты пашется нельзя. Можно. Я не могу добыть. Среди делик, ладно. Турбо и указанный игрок не найден. Может, ты читы не включил? Включил. Кажется, что такое? Блин. Если я. Я не могу. Я не успеваю, короче, вот это сделать. Фух. Если я нажму турбо. Эти зомбики, они могут прыгать, короче, и все убивать, все, что движется. Они могут прыгать и тебе доставать с высоты 2-3 блоков. Прикались. Угу. О, я знаю, как ТП. ТП турбо нужно писать, а не турбо XLD, там, к примеру. Ну, так и нужно было, ТП. Нет, мы обычно пишем ТП там. Ты просто забылась. Я так писала. Я писала. О, кракен. Сели делик турбо. А надо, оказывается, по-другому было. Блин, ну сколько этих зомби. Давай овечек убивать. Зачем мне овечки? Они днем спавнятся так же, зомби. Я в курсе. Теперь ты только стала в курсе. Нет. Я гивею нашел, но только смог с нее древесину срубить. Саженцы не смог.
Потому что их было слишком много, они меня убивали. Мобов. Да. Зато мне. Гремит, кстати. Я вижу. Не, все нормально. Если есть гивей, значит есть и все остальное. А руды? Руд-то. Мы руды. Шахту нашли, а руд там не было. Опять меня укусил зомби. Я только, блин, подправил здоровье, он меня цапнул. Здесь что, другого биома нет, только такой? Ну, мы, по-моему, не смогли отбежать от меня просто. Можно на приорах докатиться, черти куда, и все. Угу, можно. Ай, меня бьют, бьют. Мне кажется, зомби не умеют плавать, потому что они в воду не лезут. Они лезут в воду, я проверяла, и бьют в воде. А вот этот залез, точно. Так, а, у меня приора есть, отлично. Я поехал. Давай. Для трех, да. Я тоже. Три. Я уплываю далеко. Блин, дождь мне надоел. Отключи его. Да я не помню как. Ты же мне писала. Сейчас. Сейчас отключу. Можешь не отключать, ладно. Я пока лодку свою осматриваю. Так, сейчас отключу. Точно саженец не выпал. Блин, точно не выпал. Я могу рыбу фугу сожрать и посмотреть. Она убивает, интересно? Да. Отравляет она. О, о, о! Она меня убьет сейчас. А, да. Блин, такой что? Прикол. У меня лодка расплывается так странно. Ла-л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 а. Все нормально. Так. Ага, сейчас отключу. Я черти куда доплыву. О, пустыню я нашел, по-моему. Ты пока мне. Подожди. Подожди. Ой-ой-ой, это плохая идея была насчет пустыни. Тут еще больше зомби, чем. Ну что, зато здесь бегать удобно. Да. Ты посмотри справа. Они тут миллиардами. Зомби-апокалипсис, реально. И самое хреновое, что у меня сейчас отравление еще не прошло. Ой, у меня три... Ой, они все сюда. У меня полсердечек. И у меня нет нормальной зачем еды. Ты рыбу съел? Слушай, рыба, у тебя красные грибы вроде были. Они... Сколько их они сейчас в этом, в сундуке. Я их в сундук положу, когда умерла. Ты, блин, бесполезняшка. Чё я плавать? А, всё равно. Тростник. Я поплыву вокруг острова, осматриваюсь. Осмотрись. Осматриваюсь. Пополни хп чуть-чуть хотя бы. Блин, мы здесь точно не выживем, потому что зомбиков много. Угу. Еды нет. О, я нашел кое-что. Что? Не скажу. Ты вообще. Я всё. Нашел нормальный биом. Сокровищницу? Не, биом. Ну, где трава, все такое. Трава? Трава. Трава? Наркоманка-то несчастная. Трава, трава. О, коровы! Коровы! Ты а пока у меня мне шустренько. Жареный. Ай, мясо! Бифштекс! Бифстроган! Ролтон. Бомж-пакет. Иногда ляпнет вот что-то не в тему. Чем тут ролл там? Ой, еще корова. Ой, там зомби. Я нашла сокровищницу. Это серьезно? Да. Я тебя, по-моему, вижу даже. Только вот как я в нее заберусь, так, потому что со мной мобы идут. Никак, потому что нужно нормально пожрать сначала. Так. Я знаю, что надо делать. Нет, а. Нет, пошли, пошел отсюда. Меня убили. Мне ты пэшнись ко мне. Это ты ко мне, ты пэшнись. Это ты ко мне, там сокровищница. Да мне все равно, у меня жизни мало, там я сундуки. Там сундуки, там могут быть алмазы. Да? Ну-ка ты да, раскрой. Давай, ты пэхайся, я не возродилась еще. Блин. Ты пэсали дели. Не и знаю. Всё.
Наш, по-моему, на сокровищнице. Блин, а ты права, здесь по-другому это пишется. Угу, я тебе что говорила? Он автоматически... Блин, у меня сейчас зомби гонится, я сейчас не могу, подожди. Ты еще нет ТП? Нет, подожди, я сейчас залезу. Вот так, на безопасное расстояние. Так. Пробуем, солидели. Все. Ах, ты офигела! Нет. Ты куда меня Давай я к завела? тебе. Быстрее. Я помираю. Мне жрать Где? нечего. А вот тут, а. Короче. Ты, главное, не наступи на этот. О, алмазы! Ты не Бронзовые наступи, главное, поможешь? на середину. Подожди, я сейчас сломаю. Все, можешь прыгать. Кости. Бронза. Зачаренная книга, ну нафига она нужна? Кости. Бери все. Я там еще что-то не забрала. Динамитик. Короче, два алмаза и бронзовые ботинки и У тебя бронзовый хашечка шлем. есть? И есть. А, у меня есть тоже. Я здесь, короче, докинь мне это дерево. Какого? Доски Ладно. любого. Иди На сюда, еще вот. мне в норку. Я здесь буду жить вечно. Угу. Я сейчас пожарю мясо нам. У меня много говядины, 10 штук. А у меня курица и две рыбы. Сколько у тебя алмазов? Два всего. На алмазный На меч. меч, да. К тебе спрыгнуть или нет? Нет, наверное. Ты поднимайся и убивай. Защити На, я нас. тебе скину алмаза. Скрафти Не, меч. да не. Я же себе Еще заберу. олово есть, оловянные слитки. Мне тоже. Я переоденусь У в тебя много их? бронзу. Нет, только... У меня бронзовый меч есть, железный меч и алмазный. Дай Теперь. мне бронзовый. Хочешь бронзовый? Алмазный же твой. Ну что я тебе подарила, считай. Считай. Как я тебе дам? На. Да не надо, возьми себе. На. Спасибо. Дайте за это убью. А, и за это тебе покармлю. На, мяско. Давно не питалась нормальным мясом, да? Наверное. Так. Питалась. У меня еще 6 олова, из него оловянные пластины, все такое. Это мало. 6 олова нам не пригодится особо. У меня еще Так, и шерсть. железный меч я выкидываю. Фига себе. У меня деревянный был. Кожа тоже нафиг. Ой, не деревянный, а этот. Как его зовут? Как его зовут? Каменный. Каменный. Так, я только ботинки успел бронзовые оттуда стяпать, все, больше ничего интересного. Ничего страшного. Вообще посражаемся. Нам бы антиотравляющую какую-нибудь броню бы было вообще идеально. Нет, зелье силы, типа такого. Пока ты зелье сделаешь, ты похожу. А я умею делать зелье. Долгая геморрой. Нет. Самое геморное это сделать эту стойку варную. Варить, чтобы. О, я придумал, как отсюда выбраться с меньшими потерями. Точно. Через дырочку. О, ты не представляешь, что здесь творится. Наверное, представляю. Ну, в общем, я убегаю отсюда. Я молодец. Ой. Ты-то, конечно, пока я отвлек всех Я зомби. зато не ТПшнулась. Ой, не возродилась. Меня паучки задерживают. А вон мой биом. Ай, отравили. Себе. Нет. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ведьма. А Ты что чё? это тут? А, тут лава, прикинь. Тут. На себе. О, нифига себе, в Майнкрафте лава, как это можно? Паук убил. Ну, опять корову. Здесь полно коров. Так, короче, у меня есть три красных гриба. У тебя их не 3, а 4 вообще-то. Три. Ты сама как красный гриб. Я кровать сделаю тут.
Блин! Меня сейчас запинают. И что теперь? Ну не возрождайся, я ТПшнусь, потом ты ТПшнусь. Тыснися. Ведьму убил. Молодец, ты там. Да тут я... меня запинают, реально. Сейчас я к тебе ТПшнусь. Такого в сундук. Да, фу, ТПшнись быстрее. Сейчас. Все? Ой, да, ты проснулась. Давай быстрее ко мне. Хотя нет. Хотя да. Хотя нет. Хотя. Мы их никогда всех не убьем. Нам нужно, знаешь, что оружие, которое стреляет. Нам нужна нано-броня. Или какая там. Мы задолбимся ее делать. И 10 лет делать. Я знаю. Кто-то уже делает. Я делал. Я ведьму сейчас замочу. Давай. Да блин, коровы. Что не убиваете? Так, у нее зелье, пузырьки только. Я нашел тыквы. Тыквы, бери. Голема будем делать. А слушай, можно здесь вообще дом построить и големов заставить сражаться с этими тварями? Они будут? Да. Тут их слишком много. Големы, где? Блин, я к тебе это пошло. Давай быстрее. Я стараюсь. Они меня не бьют, они на тебя загрелись. Да, я вижу. Я буду только этих ведьмак убивать. Ага, сказал тоже ведьмак. Скорее всего. Ой, у тебя толпа зомби. Я... Блин, сейчас бы ядерный реактор взорвать бы. Они все на тебя загрелись. Смотрите, как зомби-апокалипсис, спасите! Ребят, с вас лайк и комментарий. Блинский! Спасите. А тут еще одна ведьма. Я сейчас ее могу замочить, но у меня... Фух, я убегаю. Смотрите, сейчас бы пулемет какой-нибудь. Чё ты там болтаешь? Сейчас сзади к ведьме и мочим ее, мочим. Я и убила ведьму. Молодец, наконец-то. У меня лечебное зелье есть. Иди. Бухаем! Да блин, пол хп. Ну чё, пацаны, хотите сражаться? Сейчас я вам покажу, как у нас тут в Донбассе воюют, пацанчики. На. Смерть! Смерть врагам Родины. Вот он, зомби-апокалипсис. А, убегаем. Так, надо собрать опыт. Они такие шустрые. Ох, смотрите, каких я убил. Тут прям толпище. Опыт. Хапчик. Протеинчики, опыт. Протеины. Опыт, протеины. Блин, тут можно огромный генератор опыта замутить. А где эти мелкие зомби? Еще ведьмы. Пошли, ведьма. Ведьм, да, есть. Ай, на меня. А, я тебя вижу. Её палка упала, гениально. Палка упала. Куда мне? Я тебя спасу. Палка. Ой, посмотри назад. Это мои друзья. Это мои друзья. Подписчики. У меня столько же подписчиков, сколько зомби за мной гонится. Вон две ведьмы. Тебе-то чё, они меня атакуют только. Ну что? Это же мои подписчики. Давай их лаву. Порох, блин, выпало. У меня ничего интересного не выпало. Я сражаюсь со всеми, буквально со всеми. Если бы у тебя была зажигалка, мы их динамитом бы убили. Нет, мы бы зажигалкой прям пульнули. О, смотри, они на кактуса агрятся. Ну, не агрятся, а теряют жизни на кактусах. Можно их кактусами добить. Встаем вот здесь, короче, смотрим. Смотрим. Они обходят кактусы. Теперь вот так. Ага, есть. Они все к тебе. А, нет, они и на меня уже. Ага, есть. Я их убью кактусами. Блин. Они застревают в кактусах. Один умер. Да, красавчик.
Ой, там скелет на пауке, прикинь. О, скелет, хорошо. А мне убить скелета на пауке? Ну, конечно. Эй, пошли отсюда, пошли. Мне нужен скелет и паук. Слушай, скрафти зажигалку. Подожди, подожди, подожди. Скелета убила. Стрела выпала. Я динамитом бы замочил бы всю эту толку. У меня динамитов 9 штук, но... У меня нет гравия. У меня тоже нет, у меня только порох. А вон я тебя вижу. Найди гравий быстренько, пока меня... Я отвлекаю всю эту толпу. Я иду. Сейчас будет я ищу. массовое убийство. Но меня тоже как. Блин, чертовы пауки, они такие быстрые из-за них. Блин, Я... я уже Они вижу. меня останавливают, и я не могу далеко убегать. Значит, что я сделаю? Да жесть сзади происходит, жесть. Нормально, все, не парься. Нам бы гравий найти. И только... А если я Я вот так сделаю? ищу. Как? Они прыгнут сюда? Я где-то видел кучу гравия. Не знаю, где ты что видела, я пошел в нору. Они прыгают! Че? Че? Они прыгают вниз. Угу. Они умирают. Гравит, где? Не знаю. В песчаном биоме нету гравия. Кто тебе это сказал? Пустынным. Я сказала. Я сказала, говорилка. Да. Да. Еда закончилась. Я нашел медь. Гениально. Да ты молодец! Не знаю. Мне бы гравий. Хотя бы одну штучку. Чтобы сделать Настин любимый. Пукан, как она говорит. Вообще-то зажигалка. Нет, ты говорил по-другому. И это раньше было. Когда ты была маленькая и глупенькая. Нет. Свиньи! Там свиньи! Да ладно. Я в обыч... Деревня! Грави! Я к тебе ТП. Кузница! Они, наверное, всех перебили. Ну, а тут фигня. Медные слитки А! я... Зомби! Медь только была. О, Блин, я есть! жителя случайно. Там ничего нету. Ты чё там пинаешь только жителей моих? я случайно. Давай еды наберем, еды наберем, еды наберем, еды наберем. Набирай, набирай, у меня чуть-чуть есть. Правда. Морковь. Ты, главное, не открывай мою дверь. Я хочу жить еще. Я открою. Иди отсюда. Не открывай мою дверь. Эй, ты чё ты меня? А, это не ты. Я к тебе ТП. Давай, я в домике. Вон они. Чё ты лазишь? Морковку не... А, они на других агрятся кого-то. Они на жителей. Они их убивают. Сейчас я их взорву нафиг. Давай этот, как его? Урожай собирать. Я пошла, закрывай дверь. Сама закрой за собой, тоже не умная. Пошла она. Я мусор выкину сейчас и буду убивать. Я их отвлекаю. Нет, я их не отвлекаю. Они на меня агрятся. Я не вижу. Сейчас еды наберу и пойду ее взрывать нафиг. Будут меня знать, как Настю побежать. Да? Да. Да. Все такие есть. Дружно. Прямо обхихикать. Как хочешь. О, Они стой. свиней убивают, кстати. У меня мало урожая пока что. Я вижу. Давай собирай. Я пошла Собирай, тебя. говоришь. О, отлично. Собирай. Сейчас смотри, что будет. Что-то маленькая деревня какая-то. Один домик только. Гениально. Деревня такая огромная. Жесть. Пошли отсюда.
Убивай тебя. Взрыв. Ты чё, уже взрываешь там? Ага. Ну, правда, там немного взорвалось. Каньон! Каньон! Вот. Я нашла каньон и разбилась об него. Там огромная шахта, чувак. Я пока пойду туда. Так, водичку прыгаем. Опа! Я такую толпу зомби взорвал прям. Они меня скинули! Тут метеолова. Я умер. Так, только не умирай. Я не умираю. Смотри, здесь сколько меди и олова. Да, ничего. Только у меня каменная кирка. Да, каменная. Там еще зомбик. Вижу. Пока что он только один. Добытчик новых руд. О, достижение. Достижалка ты наш. Да. Да. Ну, окей. Нам бы что-нибудь ценненькое. Тут медь, олово, железо. Да. Алмазы бы. Да не, рубины бы хотя бы. На сапфиры, рубины. Что еще там? Ну да, типа того. Фух. Духа. Блин, в этом моде не соскучишься реально. Только да. Расслабишься и все, чуть-чуть тебя зомби кусают. Ладно, ребят, давайте на этом закончим нашу вторую серию выживаний с этим офигенным зомби-апокалипсисом. С вами был Трубоёжик и Настенька. Не забывайте ставить лайки, потому что они очень важны для развития канала. Всем пока. Пока.